Всем привет! Сегодня я возвращаюсь к теме столярного донца. Вот, меня задела эта тема. Решил сделать еще один вариант. Показать вам. Этот вариант намного отличается от первого. Было видео у меня, где в качестве съема стружки был у меня самодельный рубанок. Здесь я уже использую электрорубанок. Небольшой, на 82 миллиметра ножи. Я вам покажу. Так, ну а само столярное тонце тоже отличается, соответственно. Вот она перед вами. Это плоскость, по которой ходит рубанок. Рейка, которую нужно довести до ума 45 градусов. Помещается уже вертикально, не горизонтально. Вот, и в этом положении снимается плоскость. Сама приспособа с фанерой крепится к краю стола. Но у меня здесь на, значит, саморезы. Ну и сам рубанок. Взял я недорогой, в общем, дешевый рубаночек, около 3000 он стоит. Главное требование к нему, это чтобы столы были параллельной, ну и ровной плоскости. Вот и все. Ножи я немножко укоротил по краям, где-то миллиметров на 12 срезал с краев. Итак, рубанок ставится на эту плоскость. И вот таким движением снимаем лишние ограничения по краям и еще с одной стороны. Вот. Ничего больше я с рубанком не делал, кроме как ножи покороче сделал. Все, остальное он нетронутый. Так, ну а теперь покажу, как крепится заготовка. Здесь есть зажим эксцентриковый. Вот, я думаю, стоит на него посмотреть. Итак, зажим эксцентриковый. В общем-то, это кружок из фанеры, два садки. Отверстие смещенное где-то на 4 мм. Как он работает? Вставляем заготовку. Отодвигаем кружочек, затягиваем барашек, винт, затягиваем эксцентрик. Все, зажатие произошло, достаточно прочное, крепкое. Хотя, в принципе, здесь зажимать сильно и не стоит, и не, этого не требуется. Я руками просто держу, и рубанок снимает чисто, заготовка не смещается, обороты большие. Вот, поэтому не чувствуется какого-то движения заготовки в ненужном направлении. Так, теперь, если размер немножко другой, опять пододвигаем, зажимаем винт, зажимаем эксцентрик. Сам эксцентрик ходит по пазу. Вот, зажимая здесь рейку до 50 миллиметров рассчитано. Кому интересно, покажу конструкцию. Кстати, его можно использовать и где-то на рабочем столе. Значит, кружок. В кружок вставлена трубка. Вот, а сам винт уже вставляется в эту трубку. Винт М6. Ну, в общем-то, и все.
А винт упирается в задней стороне вот пластина металлическая с бортиками и с пазом. Бортики для того, чтобы винт не прокручивался. В общем-то, это у меня пластина лежит уже много лет, вот наконец пригодилась. Это еще раз говорит о том, что не надо выкидывать, особенно металлические какие-то детали, когда-нибудь понадобятся. Прокладка. Трубка немножко выпирает за плоскость кружка, поэтому он его барашка не зажимает, вращается свободно. Так, ну это вот планка под 45 градусов, это понятно, приклеена, чтобы не смещалось. Окно рассчитано для рейки 50-миллиметровой, мне этого хватает. Вот, ну, в общем-то, и все. Осталось показать эту приспособу в работе. Вначале расскажу, что такое вообще столярный донос, для чего оно предназначено, а то я резко начал, не объяснил. А многие даже не слышали о таком названии. Столярные донсы существуют для точной зарезки под ус, рейк, для дальнейшей сборки рамок, для картин, для фотографий. Вот, в общем-то, не секрет, что не все торцовки могут похвастаться точным углом под 45. Вот, для этого и существуют разные конструкции столярного донца. В основном это механические рубанки. Ну вот, и я придумал использовать электрический, как мне показалось. Он более эффективный, снимает быстро, гладко, четко и ровно. Если, конечно, правильно строить приспособы. Итак, я зарезал предварительно на торцовке 45 градусов. Вставляем приспособу. Ставим рубанок и упираюсь в переднюю подошву. Вот в эту. Вот, до стука уперся, зажимаю и снимаю. Ну, в общем-то, все. Было слышно, что он снимал. Смотрим плоскость. Если не все, рубанок не везде взял, есть залысины, то повторяем операцию, выдвигаем опять. У меня здесь съем где-то 0,9 миллиметра. В общем-то, как правило, этого достаточно. Ну, вот как-то так. Теперь, почему я нож срезал по краям и рабочую его зону, только вот это получается. Но это для того, чтобы нож не чиркал по рабочей поверхности, по всей. Если будет снимать, то только по центру. А по краям останутся у нас ровные площадки, и по которым он и ходит, не проваливаясь. Но в моем случае вроде бы не выбирает. Хотя может и выбирать. Все зависит от того, как выдвинут нож относительно вот этой подошвы. Если сильно выдвинут, то может и чиркать яму вырыть здесь. Вот, ну теперь все. Пишите, будем отвечать. Всем удачи, до встречи.